Всем привет! Сегодня у нас на обзоре велосипед Russia XF660. Это новый велосипед от китайского производителя. Он электрический, с мотором 500 Вт и на 48 Вольт. Соответственно, у него батарейка на 10 Ач, она быстросъемная. И здесь у нас расположен контроллер. Соответственно, из механики здесь у нас дисковые механические тормоза Zoom, всем известной фирмы. Какая-то вилка, она даже как-то работает, но она никак не называется, то есть это no-name, обычная, как это говорится, это макет, в общем. Батарейка снимается легко, то есть ключом поворачиваем, снимаем, и все, вот бутылка снялась. Соответственно, устанавливается она также легко, ну, почти легко, или не устанавливается. Ну, как-то вот так, да. Собственно, здесь получается у нас на руле есть переключатели всякие разные. Типа можем включить свет, посигналить, и трехпозиционный переключатель ограничителя скоростей. Здесь 15 км в час, 25 и 35. Максимальная скорость у меня получается 35 км в час. Есть переключатели, только получается задний переключатель 7-скоростной. Переднего переключателя нету, и, собственно, он едет. Там с места. У него есть педальный ассистент, то есть датчик стоит на педалях и реагирует на них, помогает педалировать. Крылья в комплекте шли. Самое странное, что цена у него непонятная, но это уже отдельный вопрос конкретно к продавцу, потому что, ну, отдельный вопрос, короче. Ну и, наверное, все.